друзья, всем привет! Сегодня у нас 30 июля 2019 года. Лето, самый разгар, можно сказать, шапка лета. И на улице у нас в Перми сегодня плюс 12 градусов. Вот так вот мы ходим, гуляем, да, Кирюш? Вот мы гуляем. Да. Вот так вот мы ходим, гуляем 30 июля 2019 года. Сейчас я вам покажу, как все в округе у нас выглядит. Свинцовое небо, солнца ноль, влажность 90%. Но это обычно для Перми. Такая влажность у нас практически всегда. Ниже 80% не бывает. Те, кто на югах жалуются, что у них высокая влажность, вы просто не были в Перми. Высокая влажность здесь у нас. Вот такое прекрасное лето у нас. Ну, а сейчас я вам покажу бои уток, утиные бои. Тут у нас есть недалеко озеро, которое называется Черным, Черное озеро. Там живет несколько семей утиных. Тут мы не так давно ходили, когда было тепло. Ходили туда и их кормили. И наблюдали, как утки между собой выясняют отношения, так скажем. Борются за хлеб, за пищу. Все, смотрите. Вот что делают. Друзья, всем привет. Мы находимся на Черном озере, на котором обитают несколько утиных семей. Кормим их хлебом, и между ними тут происходят батлы. Прямо настоящие битвы за хлеб, за еду. Кирюшенька в сторонку встал. Он плывут. Ох, как много уток на самом деле. Погнала. Вон там они плавают, может, над водой летают. Там мать, она прогоняет, чтобы ее дети поели. Сейчас еще Кирюша не подпилит. О, на берег вышла, ты смотри. Ну-ка. Ну-ка, ты где? Ну, какая красивая, да. Ну, все, не буду тебя. Да, Кирюша, давай, пойдем от уточки. Да-да. Вот такие уточки. Красавица, да, Кирюша? О, опять гоняют. Чего они ее все гоняют? Жалко даже. Та утка какой-то изгой. Ее все гоняют. Она одинокая. Они, видимо, выбрали утку такую, как типа, как в сказке описано. Какая серая шейка. Гадкий утенок. А вон еще вторую тоже погнал. Нет, это одна семья погоняет. Вон вылезли, смотри. Кирюша, смотри, не упади в воду. Вот, отойди. Смотри, там сушат перышки. Сколько уточек. И вот такая здесь у нас природа. Кирюша близко не ходит. Камыши растут. Озеро все заболотилось. Стрекозы летают.
какая стрекоза. Ух ты. Вон утки. На коряге. Лепота дикого леса, дикой природы. Селезни красивые, у них оперение другое. Угу. Видишь, да? Угу. Вон селезни. Видишь, как просто. Угу. Сережа, ну-ка не подходи близко, ну хоть тоже. Ох, какой красавец. Перо, да, такое прямо с отливом, да, синее? Синее с отливом. Красавец. Мужики везде красивее, да? Женщины какие-то все серые, а мужик-то прямо красавец. Давай поближе кидай, чтобы они подплывали. Угу. Недалеко, а вот поближе. Я там ту хочу накрыть. Угу. Вот и это подальше кидай. Угу. Погнал, смотри. Ага. Какие жадные. Стрекозы, стрекозы. Такие вертолеты летают. Подкинь хлеб у тебя у ног. Это уже наелись. Да не, нормально. Съедаются. Просто они очень близко не подплывают. Если очень близко, то они хотят. Утки. Мама, стой! О, о, опять погнал. Самка подняла селезни. Самка селезни погнал? Там селезни. А, ты смотри. О, ты смотри. Вот. Вот он, женский шовинизм. Гоняют мужиков. Ой, Кирюша, аккуратно, не падай. Аккуратно. Смотри, в воду не упади. Ну-ка я с этой коряги сниму. Утя! Утя, утя! Утя, утя! Утя, утя! Кирочка, не подходи близко. О, о, погнал, погнал, погнал. Живут на одном озере. Че им драться, да, тут? Тут еды-то вроде на малом. Куча кины, куча этой всякой. Все, ну выясняют отношения. О, 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 о. О, что делают? Девчонки гоняют. Ничего делают. Да. Малыш тоже отгоняет. Ага. Сюда кидаешь, чтобы не увидеть? Ну, вон тот селезень-то его никто не гоняет. Ну, он, наверное, там. Ага. О, стрекоза.
у нас семья, мама и ее 4 ребеночка. Мама. Утеночка. Мама. Да, мама. А слушай, смотри, у нее, если это мать, то у нее перышки это тоже такие. Да? Может, это девочки такие? А может быть, не знаю. Уток. Ну, вроде селезни у них. Или у них шея выделена. Не знаю, честно говоря. Не знаю тоже. Может быть, на самом деле. Может, просто это папа их ухаживает. С ними сидит и все. Может, это папа сидит. Он ушки голодный малыш. Папа Вова. Папа Вова, да. Нет.